вот несколько советов специалистов, как вести себя при нападении собак. Ни в коем случае не пытайтесь спастись бегством или испугать собаку криком. Это может подтолкнуть ее к нападению. Пока собака рычит и скалит зубы, медленно присядьте и поднимите с земли что-нибудь подходящее. Пластиковую бутылку, камень, консервную банку, горсть песка. Если ничего похожего рядом нет, снимите обувь. Поднявшись, замахнитесь. Собака остановится, чтобы оценить исходящую от вас угрозу. Медленно, не поворачиваясь к животному спиной, постарайтесь обойти ее территорию. Если собака все же напала, бросьте ей то, что есть у вас в руках. Мобильник, зонтик, сумку, то, что вы успели поднять с земли. Есть вероятность, что сосредоточившись на ближайшей цели, собака отстанет. Если, схватив подачку, собака не успокоилась и продолжает атаковать, постарайтесь быстро схватить другой предмет. В этот раз не бросайте его, а поднимите вверх. Животное среагирует на новую цель обязательно и подпрыгнет вверх, чтобы достать ее. В этот момент нанесите удар ногой вниз живота. Это самое чувствительное место. Собака от этого не пострадает, однако атака прекратится.